Йоу, всем привет, с вами я, Рома, и сегодня на маленьком острове два стрелка попытаются отобрать приз в 1 000 000 рублей у 3 игроков на тачках, задача которых будет выжить любой ценой. А играю я, как ты уже понял, в Black Rush, и ты можешь скачать эту игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. Залетай на 11 сервер Indigo и при регистрации на этом сервере вводи мой ник Вендетта и лучший промокод на сервере хэштег Вендетта, за который теперь, напоминаю, вы получите скин скелетона BMW F90 и золотую випку на 12 часов. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали! Вот они, наши первые участники, и задача двух из них будет помешать любой ценой игрокам на машине, так сказать, сражение ДМщиков против ДБшников прямо здесь и сейчас. Лайк авансом, ну а мы начинаем. Погнали! Ну что, прямо сейчас все и начнется, ребята, у нас есть 3 заряженные бэхи и 2 стрелка, и сейчас я даю им отсчет, в принципе, даже не будем отсчет давать, все, начнем, все, начали, ребята, надеюсь, они все услышали, давайте еще раз, так, все, ребятки, давайте, вы уже можете на них нападать, время-то тикает, часики идут, ребята, время тикает, все, они побежали, их уже ДМить, те, что стоят, видимо, они не услышали, let's go, ребята, посмотрите, что за заварушка сразу, у нас сегодня собрались ДБшники против ДМщиков, один уже утонул, ребята, им нужно продержаться всего 1.5 минуты, и, ребятки, смотрите, как у нас держатся ребята, так, -1, вы посмотрите, как он смачно улетел, но он возвращается, так, давайте зайдем в СП за Артемом, так, он у нас Майса обстреливает, обрабатывает 2 тачки против 2 стрелков, ребята, уже одни выбили, еще 1 минута у нас осталось на это все дело, ребятки, и давайте, в принципе, еще посмотрим, как у нас будет все продвигаться, видимо, там уже сломалась тачка, так, Майс у нас под СПшником 444, ребята, в принципе, у него, как видим, в ХП на тачке 62 и осталось всего 48 секунд, и они пока, ребята, еще живут, но у них, в принципе-то, остался всего 1 противник, и смотрите, ребятки, какая у нас война ожесточенная идет, 2 тачки, 2 заряженные бэхи, так, в принципе, ребятки, он уже его дебэшит, все не может, ребятки, никак довести дело до конца, у нас Майс, ребята, остается 20 буквально секунд, так, и у нас одна всего лишь тачка, так, кто где, я вообще не могу разобраться, а где стрелки? Где у нас стрелки? Они все, походу, уже в морге, ребятки, все, походу, вин, походу, стоп, ребятки, все, давайте мы будем сейчас награждать участников, у нас выжили именно 2 человека, как видите, таймер закончен, это у нас Майс и, конечно же, Станислав, мы накинем еще Алёше, так скажем, утешительный приз в 100 за то, что он, ребятки, у нас, в принципе-то, хорошо достаточно справлялся, но, тем не менее, его тачка улетела, и он не смог справиться, но, тем не менее, его команда выиграла в этом состязании, так, давай, принимай трейд, братишка, сейчас я дам вам бабосиков. И, в принципе, ребятки, ай, как же я снова-то вышел из трейда. И, в принципе, ребятки, мы будем делать следующий подобный experience, так скажем. ДБшники против ДМщиков называется наша неофициальная рубрика, наш челлендж. Так, обмен уже допущен. Так, да, можете. Итак, ребятки, давайте выдадим тогда Майсу, попробуем 1 000 000, так, пока не получается что-то ни с кем в трейд зайти, так, мы кидаем Алёше 100, именно 100 000 рублей, так, все, обменяться, подтвердить, все, замечательно. И накидываем этим 2 еще игрокам, Майсу и Станиславу, Полямчику, так, вот у нас Майс, ребятки. И сейчас он получит свой приз в 1 000 000 рублей, ребятки. Прямо сейчас ему отдаю эти деньги.
Так, все. И также заходим в обмен со Станиславом, ребятки. И выдам ему тоже сейчас лямчик. Быстренько оформим ему его честно заработанный лямчик. Наверное, самый легкий в его жизни, ребята. Все, в принципе, готово. Так. Давай, обменивайся, чувак. Все, готово подтвердить. Так, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Сейчас буду, ребятки, поздравлять. Так, давайте с ними, со всеми, ребятки, оформим непосредственно рукопожатие. Так, с Майсом готово, ребята. Теперь со Станиславом и после чего с Алешей. Ну, неважно, на самом деле, в какой поочередности. Это, на самом деле, все условно. Так, давайте кому-нибудь кинем краба уже. Да, можно, конечно, парочку слов. Так, да-да-да, говори-говори. Пока у тебя, в принципе, есть на это время. Пока мы здороваемся тут. У нас, к сожалению, те, кто выбыл из состязания, они уже у нас, ребятки, где-то в больничке находятся. Вон одна бэха у нас, в принципе, заряженная, но... Она уже разряженная, потому что она под водой. Посмотрите на эту бэху. Она стоит несколько миллионов рублей, даже больше 10. Но валяется тут как груда металла под водой. И вы посмотрите на это качество воды. И просто, в принципе, ребятки, на то, что я для вас придумал. Я думаю, этот контент заслуживает однозначно лайка. Ну и, ребятки, давайте послушаем, что... У нас говорят ребята, это МП, для чего тебе вообще нужно было? Видеоролик снимаю. Так, все просто. На самом деле, да, я снимал видос. И, ребятки, сейчас у нас будет следующая пара, точнее, следующие 5 человек участников. Как видите, получилась, в принципе, очень равная битва. И очень интересно, что же будет у нас со следующими участниками, ребятки. И давайте же к ним переместимся. Сейчас еще с ребятами оформим скриншотик. И можно уже двигаться к следующим участникам. Ну что, ребята, сейчас отправляю в VIP-чат вот такое вот сообщение. Кто хочет поучаствовать в видео с призами «Есть оружие» плюс в чат. И сейчас будем телепортировать следующих участников, так скажем. И кто-то из них в районе 2 или 3 человек получит, ребятки, приз по 1 000 000 рублей. И остальные из них получат утешительный приз. Так, убирай только фуру. Убирай фуру. Так, и, ребятки, давайте телепортируем. Одного я уже тп-хнул, второго также телепортирую. Так, убирай. Так, убирайте тачки. Тачки сразу. Все, ребятки, и сейчас еще одного человека вижу. И сразу же его телепортирую. Так, вот у нас еще один. Димка Грассо. Привет-привет. Так, ку-ку. Всем здорово, ребята. И нужно еще 2 участника. 773-й, ребята, у нас тоже готов, в принципе-то, поучаствовать. Так, и остается еще один. Давайте я продублирую сообщение в чат и будем ждать еще одного участника. Так, я думаю, он быстро достаточно найдется. Так, 506. 506 айдишник. Так, ребятки, его тоже телепортируем. И он по правилу и закону Архимеда тоже на тачке. Так, убирайте тачки. Так, убирайте тачки. Все, ребятки, сейчас я им расскажу, в чем суть. И, в принципе-то, ребята, мы уже начнем. Ну что, секунды на секунду мы начнем, ребятки. Я уже подготавливаю команду. Так, начали, ребятки, и, в принципе, сейчас бегу и им тоже говорю, ребята, что им осталось продержаться 2 минуты, и они, в принципе, выиграют. Так, начали. Все, все начали, ребятки. Давайте проследим за стрелками. Так, у нас вот 773, так, SP-773. Все, ребятки, начинается у нас война, так сказать, ДБшников и ДМщиков, как я уже говорил. И пока вроде все у нас целы, никто не провалился, ребята. Так, посмотрите, как смачно он его задавил. 506 айдишник у нас, ребятки, в принципе, справляется на ура. И осталось еще 1,5 минуты им.
держаться. Так вот, еще он ему сносит броник. Ребятки вдвоем давят, работают как команда, очень даже неплохо. И, судя по всему, им удастся продержаться, ребятки. Вот таким образом у нас все это происходит, ребята. Ну и пока, в принципе-то, у нас дымится, посмотрите, один Lexus. И походу все, с одного Lexus'а хватит. Так, еще раз попробовал задавить у нас Богдан Ярослава. Ребята... Все, один Lexus у нас походу откинулся. И, ребятки, не вижу еще один. А, вон он катается. 46 секунд буквально остается, ребята. Так, ну и он еще каким-то образом едет, ребята, посмотрите. Он еще как-то едет. На самом деле, может быть, помочь этим чувакам на ДМ-ке, помочь им расстрелять. Я думаю, это будет правильным решением. Но у меня всего лишь-то остается буквально 20 секунд для этого. Так, можете, в принципе, давить и меня. Так, давайте, ребятки, возьму АК-шечку и сейчас постараюсь убить его. Так. Меня уже тоже дебэшат, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, 5 секунд остается. 5 секунд остается. Все, таймер у нас закончен. Закончили. Все, закончили, ребята. В принципе, у нас не удалось выявить таких уж победителей. И таким образом получается, что каждый из них останется в плюсе. Так, их убить нельзя. А почему, почему, почему? Интересно. Интересные вещи он говорит. Почему их нельзя убивать? Может быть, это из-за того, что админские тачки. Так, у меня один раз попало только. Ладно, в любом случае... Каждый получит по ляму. Каждый получит по ляму. Идите все сюда. Сейчас, ребятки, выдам им всем по лямчику. Итак, начинаем с Ивана. Так, давайте, где у нас Иван? Вот он. Предлагаю трейд. И сейчас скидываю ему 1 миллиончик рублей. Так как все продержались, в принципе, ребятки, я думаю, это будет справедливо. Хоть, в принципе, на время у нас играли именно игроки, которые были на тачках. Но, тем не менее, ребятки, я думаю, что все, кто тут был и старался, заслужили награду какую-либо. Так, ну и все, ребятки. Передаю еще одному игроку 1 000 000 рублей. Так, дальше давайте Богдану кидаем трейд. Все, Богдан у нас также получает 1 000 000. И, ребятки, дальше у нас идет ходом Димка, получается, Грассо. И давайте сейчас ему тоже выдадим приз в размере 1 000 000 рублей наличными, только наликом. Я думаю, ребята очень обрадуются все, то, что у них был такой прекрасный денек заработать эти деньги, ребятки, так скажем. Так, ну и последний у нас, кто получит деньги, это Ярослав, 5-й участник, ребятки. Так, в принципе, все. Выдаю ему также 1 000 000 рублей наличкой, ребятки, через трейд. Все, подтверждаем. Так, всем спасибо за участие. Спасибо за участие. Привет всем антибиотикам. Так, давайте пожмем руки всем ребятам. Передаю привет семье Липтон и Сани Липтону. Липтоны, здорово, чисто чаечек, видимо, вы любите. Один из многих брендов, но верны вы только одному, судя по всему. Так, можно привет и передавать? Да, 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 конечно, да, конечно, можно. Да, конечно, можно. У нас уже тут тачки пропали, ребятки. Надеюсь, интересный эксперимент у нас получился. Экспириенс, челлендж, называйте это как хотите. Ну и на этом, в принципе-то, все. Если вам понравился данный видеоролик, ребятки, не забывайте обязательно подписываться на канал. Также не забывайте, конечно же, ставить лайк и врубать колокол, чтобы не пропустить будущие челленджи и другие интересные видосы, которые вы также увидите в конечной заставке. Ну и напишите какой-нибудь любой комментарий от 4 слов. Это очень сильно поможет продвижению моего канала. Ну и я с вами не прощаюсь, в принципе, ребятки, а пожелаю вам удачи.